Миссия, поехали. Цепной реактор. Тут 5 уровней будет. Я помню, тут здесь 5 уровней. Здесь 5. Пока не очень сложно, все здесь спокойненько. А чтобы вначале ничего не было полезного здесь? Нет. Отлично, поехали. Пока непонятно, что автопрыжок. Опять же, я его оставил, дабы... Я подумал, может автоматически прыгать будет куда надо. Пока нет, не работает. Тогда я хз, что автопрыжок, честно. Бесполезная хрень, как по мне. Так, а что тут было? Шлем, точнее щит. Самая, одна из самых бесполезных фигень. Это автопрыжок. Что он тут? На один секрет. По идее, по логике 20 мув должно быть на коту. 5 уровней будет условных, 5 подуровней. О, вот здесь уже сложнее, видите, да? Тут уже... Правда, я не видел. Ладно, попробую вернуться назад. Мы упали. 25 хп. Ну, хп у нас здесь много. Не видел, как попасть туда. А, вижу. Теперь вижу. Теперь не вижу. Вот из автопрыжок. Кстати, в этой миссии невозможно обесценить мухи, мух самим. То есть здесь, если ты обесценил мух, значит ты проиграл уровень. Так, второй этап прошли мы. Самое интересное, что мы респаса будем все равно здесь, но фишка в том, я думаю, вы заметили, сейчас заметите. Теперь выше, с каждым разом все выше. Дальше. Не туда. Тупая хрень, ржет еще над нами. Да, это, конечно, очень бесит. Ку-ку, ёпта. Последнюю миссию мы уже не будем здесь проходить, именно последнюю миссию по сюжету. Потому что, судя по всему, нам будет еще бонусная миссия дана здесь, скорее всего. Не факт. А может, бонусная это и есть как раз таки та, которая... Которая... Сюжетных не числится просто физически. Так. 45 даже, нет, что-то даже больше, чем полагается. О, теперь они пропадают, видите? Сначала самые крайние. Вторые. Третьи. Ну, похожую фигню мы играли. Мы же такие предусмотрительные, ребятки, да? Мы все с центра начинаем, чтобы было проще оценить. Не видел.
Вы видели, где была? Следующая. А, вижу. Ну и возможно немножко как-то как-то слишком просто я пытаюсь пройти, да? То есть прям надежно, не с первого раза все. Ну так надежнее, согласитесь. Так. Отлично. И опять респ отсюда, блин. Но уже проще будет чуть-чуть. Так. Так. А, я как-то неправильно заскакал, да? А, нужна молния, офигеть. Так, так, так. Ну, здесь ближайшая есть. А что это не значит? Да нет, просто типа оформление такое. Разрядов. Ку-ку, ёпта! Ух ты, даже так. Вы заметили, мы все собираем, да? Нас обвинить не в чем, что мы что-то не собрали где-то. У нас, заметили, у нас стоит автопрыжок, но никто разницы не почувствовал. Но лично я нет. Не знаю, просто стрелял так. По фану больше. Все, отлично, выбираемся из этой могилки. А вот там финальный уровень будет. Тут еще сложнее. Тут они по рядам уже. По-моему. Этим. Какие сейчас будут рушиться? So easy. Так, а теперь на самый верх снова. Заскочим, заберем молнию. Почти прошли, кстати говоря, на самом деле, эту миссию. Вроде это the last. Больше не будет. Какую ёпта. Ага. И чё? А вот как хитро сделали. Да, нет. Тут уже только 5. В чём прикол? Тогда один я. А где я еще 10 проморгал? Я ж все собирал, в смысле? Так нечестно вообще-то. Я не мог пропустить что-то. Странно. Где еще спрятано было? Кто-то знает? А, мы же, я забыл, мы же когда... ГГ, кстати, здесь реально ГГ. Мы же еще здесь собираем, пока ходим, я забыл. Где дальше? Да, по сути, пути-то и нету. Но вот так вот надежный. Надежный путь идти? Я вижу. Но не знаю. Вижу. А теперь не вижу. А, нет, вижу.
И одна муха осталась, вон. Так, я немножко потерялся. Назад-то как попасть? Все. Теперь. Все, ну мы что, собрались-то? Я нет, она сбежала. Ты офигел сквозь меня проходить? Так, теперь спецмиссия будет. Ну, именно с точки зрения... Так, активирован спецраунд. Мир четвертый. Ты, да, молодцы, атмосферный дополнительный уровень. А, да, дополнительный уровень будет. Мы его тоже пройдем сейчас. А уже самый последний уровень мы не будем проходить сегодня, наверное. А может, и атмосферный тоже оставить? Ну, ладно, сначала мы здесь попрыгаем, как бурундуки. Что нам здесь предлагают? Здесь разработчики. Спасибо, я не... Ладно, фиг с ним. Не важно, это не столь важно. Это проходить не обязательно 100. Это можно, но только чтобы шлемы все открыть. Типа, ну, всякие разные шляпы. Так, теперь смотрите. Два уровня осталось нам. Всего, вот последний уровень, смотрите, это вот финальный босс.